Селям алейкум, саяхулла джимат. Меня зовут Сусанов Руслан. Я, как и весь мой народ, хочу присоединиться к акции «Стань их голосом» в отношении белогорской группы, которая сегодня обвиняется по статье «Терроризм». Несправедливо обвиняется. И им прокурор, да, запрашивает такие большие срока. За что? Вопрос. То есть их активность... Получается, что мешало кому-то, поэтому, да, то есть их изолировали, как говорится, из этого общества. Если посмотреть на самих ребят, да, то есть они искренне отзывчивые люди. Это, можно сказать, что это герои нашего народа, то есть это лучшие сыны нашего народа. И то, что им сегодня вменяется, да, то есть такие большие сроки, ни за что, да, то есть нету никакого обвинения, нету ничего такого, чтобы той агрессии, которой бы они призывали или чего-то, да, то есть нету в судебных процессах, как говорится, в этих разбирательствах, в документах, доказывающих какую-то вину по такой статье, как говорится, и давай им за такие огромные сроки, за что, да. Я крайне возмущен таким решением, как говорится, прокурора, и крайне возмущен вообще самим этим процессом, да, то, что в отношении этих ребят происходит такое судилище. Иншаллах, от себя зависящее тоже буду делать, как говорится, в том, чтобы помогать их семьям, как говорится, поддерживать их, как и самих ребят, иншаллах, тоже. Аллах разволсун.